Какие обязанности на нас лежат в отношении мечети Аль-Акса? Для начала, мы обязаны отказаться от многобожия прежде всего, совершать молитву должным образом, выплачивать закят, быть правдивыми во взаимоотношениях с Аллахом. Если все это мы осуществим, то спасем мечеть Аль-Акса. Однако, мусульмане перестали совершать молитву и стали следовать страстям, и наверняка вы слышали или читали газеты, что совершают люди в тех или иных местах, и что они будут делать в связи с празднованием Рождества. Но разве будет спасена мечеть без ислама? Мечеть Аль-Акса была захвачена тогда, когда мусульмане забыли своего Господа и свою религию. И твой Господь не поступает несправедливо со своими рабами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда вы займетесь ростовщичеством, в торговле, ухватитесь за хвосты коров, будете довольствоваться земледелием и оставите джихад, тогда Аллах унизит вас и не уберет этого до тех пор, пока вы не вернетесь к религии. Он не избавит нас от этого унижения ни Арабским Союзом, ни исламскими конференциями, ни просьбой помощи у Америки или других. Аллах избавит нас от этого унижения после того, как мы вернемся в эту религию». Вот так сказал ваш пророк, саллаллаху алейхи вассалям.